столичные полицейские усиливать борьбу с синтетическими наркотиками. С начала следующего года в стране вступит в силу новый уголовный кодекс, одна из норм которого предусматривает ответственность за покупку, употребление и распространение аналогов наркотических и психотропных веществ. Как отмечают специалисты, одна из актуальных проблем сегодня – это распространение так называемого спайса. По словам правоохранителей, эта смесь имеется в свободном доступе.